Вот это классная ладуга. Яркий рисунок гуашью, выполненный своими руками, ароматный расписной пряник, веселая игрушка – таким насыщенным представляют мир дети. 350 гостей пришли в театрально-концертный центр «Щелковский театр» на первый инклюзивный детский творческий фестиваль «Мы таланты». 80 юных артистов из 10 городов Московской области и Москвы съехались в Щелково, чтобы показать свои способности в разных видах творчества – рисования, аппликации, театральном и хореографическом искусстве. Самое дорогое, самое близкое – это, конечно же, наши дети. Мы должны делать все возможное и невозможное, чтобы детям на этой планете жилось счастливо, чтобы они себя чувствовали комфортно, чтобы они себя чувствовали в заботе, тепле и доброте. Участниками фестиваля стали здоровые дети, дети с ограниченными возможностями. В такой атмосфере отстающие в развитии тянутся за более успешными, а обычные дети становятся более внимательными и отзывчивыми. Этот подход в воспитании почти 10 лет использует в московском танцевальном коллективе «Преодолейка». Как минимум 6 лет в коллективе. Ну, нравится очень, но трудно приходится, но справляюсь. С одной стороны, я стараюсь делать наравне с ними, а с другой стороны, они стараются делать наравне с нами. И вы друг друга понимаете? Да. Главный результат нашей работы, главное наше достижение – это то, что нам удается создавать хореографические номера солистами, в которых являются люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. Фестиваль «Мы таланты» – первый для щелковских зрителей, но не для участников федерального партийного проекта «Единая Россия. Крепкая семья». До этого партийцы в Щелковском парке организовали космический выходной и майский бал. В каждое мероприятие идейный вдохновитель, мама шестерых детей Елена Фоминых, вкладывает что-то необычное. Не инвалид, а человек с инвалидностью. Да? Вот это вот первостепенное и фундаментальное, то, что мы хотим донести до всех людей. Как этим деткам увидеть отражение себя? Как не на сцене Щелковского театра. Поддержали фестиваль холдинг «Газпром-центр ремонт», а также известный актерский дуэт Антона и Виктории Макарских. Сладкие угощения приготовил руководитель Щелковского акционерного общества «Лидер» Максим Столбов. Солнце расцветет, и в сумраке ночном умрет, уйдет, но живет потом, и все вернет блаженный В первую очередь вот, с этим праздником нужно поздравлять нас и призывать нас быть лучше, потому что какие бы мы правильные речи ни говорили, как бы мы там нравоучительно пальчиком ни грозили, потрясая воздух, дети будут похожи на нас. Это как экзамен для тебя, это как барометр. Ты понимаешь, насколько твое вообще состояние правильное на сегодняшний момент. Должны смеяться дети и в мирном мире жить. Первый инклюзивный фестиваль в театрально-концертном центре «Щелковский театр» получился искрящимся. Конечно же, море пожеланий и вот таких воздушных шаров на радость всем детям. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».